Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на Західнет у YouTube. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті. І саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться. Переможемо разом. Ви мене вже чуєте? Вітаю всіх на Ютубі 24-го. Стартує наш черговий стрім. Мене звати Андріана Кучер. Сьогодні будемо спілкуватися із Андрієм Піонтковським, політологом із Вашингтона. Але перед тим, як Андрій Андрійович з'явиться на наших екранах, то, власне, попрошу вас поставити лайк цій трансляції, підтримати нашу роботу так само в коментарях. Ну і підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили, а так само на канал Андрія Піонтковського, який теж в описі до цього відео. А все це допоможе нам максимально поширити цю розмову на просторах Ютуба, і будемо за це дуже вдячні. Ну, а зараз, як я обіцяла, Андрій Андрійович з'являється на наших екранах. Андрій Андрійович, здравствуйте, привітаю вас. Добрий день, Андріана. Ну, начнем, конечно же, с итогов визита Зеленского в Вашингтон. Мировые СМИ, ну, буквально все, наверное, сравнили эту поездку с визитом Черчилля в Соединенные Штаты в 1941 году. Называют это таким главным символизмом, но не единым. Об остальных тоже поговорим. Но вот для вас какие главные заявления прозвучали и в ходе пресс-конференции в Белом доме, и в ходе выступления Зеленского в Конгрессе? Ну, выступление в Конгрессе, я бы не выделял какие-то специальные фразы. Это в целом вся эта символика этой встречи, эти овации стоя, прерывавшие речь Зеленского там каждые 2-3 минуты. Это было, конечно, символикой поддержки американского народа, американского общества в борьбе Украины. А для президента Байдена это было очень важно как раз накануне смены состава. Палата представителей новая собирается 3 января. В этом, в общем, ничего страшного для Украины нет, как неоднократно подчеркивается, в том числе и выступление Зеленского. Он благодарил за двухпартийную поддержку дела Украины. Но все-таки не будем скрывать, что есть такое правое изоляционистское, трампистское крыло в республиканской партии, которое выступает против поддержки Украины, иногда даже очень резко. Некоторые из них, там 2 или 3 представителя, пытались во время выступления Зеленского всяческим образом продемонстрировать свое неприятие и свое неуважение. Ну вот это трампистское бешеное крыло с призывами. Трамп же вел свою избирательную кампанию, на всех митингах он обвинял Байдена в том, что тот поджигатель войны, своя поддержка Украины толкает мир к ядерной войне и расходует деньги, которые необходимы на борьбу там, с инфляцией, с бедностью в Соединенных Штатах. К счастью, большинство избирателей отвергло эти призывы. И вот Трамп назначил лично 13 близких к нему кандидатов на выборы различных в этих округах, 13 отстранив членов Палаты представителей, которые занимали эти посты в этом составе. Все эти 13 провалились. Так что общая картина поддержки Украины не изменилась, но вот эта демонстрация поддержки, она просто должна поставить на место трампистов. Ну, тут неприятное обстоятельство еще в чем? В том, что возможный будущий спикер палаты, лидер сейчас республиканского меньшинства в палате Маккарти, он тоже очень скептически выступает по вопросу Украины, он тоже ярый трампист, но Зеленский с ним встречался вчера, как со всеми 4 руководителями обеих партий в Сенате и Палате. Но при личной встрече Маккарти сказал, что он поддерживает Украину, но требует там отчетности. Ну, помните, была какая-то сумасшедшая украинка, к сожалению, в Америке, которая несколько месяцев назад запустила фейк о том, что
помощь Украине, если вооружение распродается на рынках в Арабском Востоке и так далее. Ну, непонятно, как ей всучили этот темничек Лубянки. Но, тем не менее, вот такая группа политиков есть в Соединенных Штатах. И еще раз повторяю, очень важно, что выступление Зеленского показало, на чьей стороне симпатии большинства американского народа. И эти люди вряд ли будут так пытаться активно противостоять политике Байдена. А теперь самим Байденом из пресс-конференции. Ну, я думаю, что все в Украине согласятся, что центральным моментом был вопрос, последний вопрос Байдена, заданный украинской журналисткой. Но она ему сказала, что вот сначала не давали джавелины, нет, ни в коем случае, потом дали. То же самое было с стингерами, потом это было с гаубицами, потом это было с хаймерсами. Наконец, то же самое случилось с Патриотс. А когда тоже, мы все ждем, когда то же самое произойдет с Этекс, с дальнобойными ракетами для системы Хаймер. Ну, Байден так широко улыбнулся и сказал, что он согласен, и Зеленский согласен, но потом произнес довольно такой пространный и не очень, показалось, как и всем, убедительный текст. Но суть его состояла в том, что он как бы давал понять, я-то не против предоставить, но вы знаете, нам же очень важно, я сейчас буквально к тексту, близко к тексту стараюсь, и вот с этим, потому что мы, я считаю, мы с вами должны подробно обсудить этот центральный вопрос. Он сказал, ну, нам же важно сохранить единство западного лагеря, единство НАТО, единство Европейского Союза, мне, то есть Байдену, а не мне, там довелось сотни часов провести с лидерами этих государств, и они вот опасаются предоставления вот такого рода оружия, они опасаются эскалации конфликта, потому что они, с одной стороны, полностью поддерживают Украину, но, с другой стороны, они не хотели бы втянуться в открытую войну с Российской Федерацией. Вот. Ну, Байден как бы полностью переложил вот эту аргументацию назад на союзников европейских, но я уверен, что такую же аргументацию он слышит и от своих, отчасти своих советников в Белом доме. И это часть колебаний и американского политического класса. Но это, по-моему, вот на фоне тех преступлений, которые совершает Путин сейчас, ну, просто не скрываешь, что они, их цель — это геноцид украинского народа, который он сегодня опять назвал сволочь братским. Вот. На этом фоне, говорит, мы опасаемся эскалации. Какой нахрен эскалации вы опасаетесь, когда Путин вот поднял свою эскалацию вот как раз на уровень уничтожения украинского народа? Какой эскалации? Вот это самая такая негативная сторона вчерашних событий. Но, опять же, я соглашусь с оптимизмом украинской журналистки. Я думаю, что и это препятствие, в конце концов, будет преодолено. Вот такие у меня первые впечатления от вчерашнего дня в Вашингтоне. Ну вот, кстати, по поводу как раз вооружения, которое могла бы еще дополнительно получить Украина, Зеленский уже сегодня, когда выступал, заявил об итогах визитов в Соединенные Штаты, и он говорит следующее: везем под Бахмут и на юг решения, которых ждали силы обороны. И мы помним, что накануне было интервью главнокомандующего Залужного в The Economist, где он тоже говорил, что сейчас украинская армия готовится к важной операции, от которой, возможно, будет зависеть как раз и исход войны. Как вы считаете, вот то оружие или те договоренности, по крайней мере, которые мог достичь Зеленский в Соединенных Штатах, как они реально могут влиять на следующую операцию вооруженных сил Украины? Ну, давайте вернемся к первоисточнику. Вы имеете в виду, конечно, интервью генерала Залужного журналу «Экон». Там много было разных рассуждений. Мое любимое кусок в этом произведении, вот прям такой образец военной прозы. «Я стою в 84 километрах от Мелитополя. Я готов взять этот город и тем самым обрушить всю систему русской обороны, выйти к побережью, образовав громадный котел
для всей крымской и херсонской группировки противника, тем самым, по сути, решив исход войны. Но для этого мне нужно, и дальше он 300, это мы все запомнили наизусть, 300 танков, 600 бронетранспортеров и 700 гаубиц. 500, да, гаубиц. Там, 600-700 БМП и 500 гаубиц, 600, ну, неважно. Да. Ну, вот, меня очень порадовал этот ваша последняя цитата. Извините, это он в Варшаве, не в Варшаве, а вот в том... В Жешеве, он встречался. Ну, это очень похоже на истину, потому что... Есть же ряд не разжеванных, так скажем, статей последнего пакета помощи, а там было бронетанковые машины, бронемашины, о танках тоже говорилось. В общем, я думаю, что там было очень большое количество боеприпасов для гаубиц. Я не знаю, увеличено ли количество самих гаубицев, но резко... То есть я думаю, что вот эти запросы генерала Заужного в значительной степени удовлетворены, особенно если Зеленский так прямо относит их вот этому к сценарию наступления на юге. Но от этого остался не менее важным, не менее важный принципиальный вопрос, конечно, с Этекомсами. Он как раз тоже поставлен был тем же генералом Заужным в его предыдущей статье, еще 4 сентября. Помните, он говорил о безнаказанности российских атак на города Украины, о несправедливой асимметрии дальности огневого воздействия. У Украины максимум это 80 километров, это те ракеты, которые на сегодняшний день даны для «Хаймерса». А Россия, они сами похвалятся, что они наносят удар откуда там, с акватории Каспийского моря, используя дальнюю авиацию и крылатые ракеты воздушного базирования, их радиус воздействия 2000 километров. То есть в 20 раз превосходит в этом компоненте российской армии. И он как раз подчеркивает, это единственное ее преимущество, единственное, на чем держится. Вот с тех пор идет вопрос о предоставлении этих ракет. Они нужны не для того, чтобы уничтожать русские города. И само присутствие их на... обладание ими украинской армии остановит эту программу геноцида, потому что тогда русские прекрасно будут знать, что за каждый удар по Харькову или Днепру они получат удар по Воронежу, Курску, а за удар по Киеву удар по Москве. Вот для чего нужны эти ракеты. Ну и кроме того, да, действительно, для ударов по тем аэродромам, с которых стартуют эти самолеты. Но украинцы уже что-то показали, что они могут действовать в этом направлении и без западной помощи, атаковав, в частности, такие два символических пункта российской великой огневой мощи Второй армии в мире, аэродром стратегической авиации в Энгельсе. Этот элемент не менее важен для успешного завершения войны, чем вот набор Заужного. Вот я думаю, что все ожидали вчера вечером, что планы Зеленского, естественно, не раскрывались по соображениям безопасности, что он посетит Лондон. Он поехал в Польшу, но я считаю, что решение вот этой проблемы, этой трусоватости, назовем это прямо, Запада с предоставлением огневого воздействия, дальнего действия, эта проблема можно решить в Лондоне. Вспомним, ровно неделю назад, 15 декабря. Была такая знаменательная сцена. Она, конечно, не случайная. Это был диалог, а тщательно подготовленный его участниками. Рядовой член
Палаты общин, это консервативной партии, некий Борис Джонсон, помните такого, он был недавно премьер-министром, он задал вопрос, он из зала так скромным низкоменщиком задал вопрос министру обороны Великобритании Бену Волосу, который был еще недавно министром его правительства. А как вы считаете, господин министр обороны, а могли бы мы решить проблему снабжения украинской армии дальнобойным ракетами, дальнобойными ракетами? Да, господин honorable gentleman, ответил ему Бен Воллес, мы можем. У нас есть прекрасные ракеты Скалпс воздушного базирования, крылатые ракеты воздушного базирования. И дальше он произнес очень многообещающую и обязывающую фразу. 15 декабря это было. В случае, если варварские обстрелы украинских городов будут продолжаться, мы готовы предоставить это оружие Украине. Варварские обстрелы украинских городов продолжаются неделю и будут продолжаться, видимо, об этом каждый день. Вот сегодня этот идиот Песков, он не понимает, что он говорит. Он тысячный раз повторил сегодня точно фразу Гитлера. Уже же все заметили, все же на это обратили внимание. Гитлер 17 июля 1940 года, выступая в Рейхстаге, требуя капитуляции Великобритании, он заявил, у господина Черчилля, вот опять ассоциация с Черчиллем, у господина Черчилля есть простой способ остановить страдания британского народа. Ему нужно принять законные требования Германии. Так вот, Песков, как попугай, каждый день повторяет и повторил сегодня у Зеленского очень простой способ остановить страдания украинского народа. Он должен принять справедливые требования Российской Федерации. Ну вот, неделя прошла, пацан сказал, Бен Воллес, пацан должен сделать. Я думаю, я уверен, что англичане это сделают. Ну, хотя бы из того, чтобы показать, кто настоящий лидер свободного мира и кто настоящий защитник Украины. После вот такого невнятного, скажем прямо, бормотания Байдена о том, почему они медлят с ракетами «Этакс», я не буду сказать, у нас сегодня с вами не первый мой эфир на украинском телевидении, я везде вот настаиваю, проталкиваю эту идею. Жаль, что все-таки не в Лондон поехал Зеленский, но это не важно. Есть прекрасные средства коммуникации. Кстати, я не исключаю, что в Польше он обсуждал этот же вопрос. Потому что это крылатые ракеты воздушного базирования. Нужны самолеты, с которых они будут запускаться. И вот еще две недели назад я из надежных источников в Вашингтоне, я узнал, что, ну, во-первых, в конце концов, вот эти МИГи поляки в ближайшие дни уже передадут Украине, о которых несколько месяцев шел разговор. И вот эти МИГи сейчас оснащаются ракетами «Скалп», потому что Польша здесь очень важный участник в этой комбинации. Так вот эти два наших самых верных и надежных союзников, Польша и Великобритания, мне кажется, могут решить эту проблему и оказать воздействие на нашего главного союзника Соединенных. Вот Байден жалуется, что ему как бы не разрешают европейские союзники. А вот у нас есть европейские союзники, Великобритания и Польша, которые сами решат эту проблему. Мне кажется, это очень перспективно. Вот, вы знаете, я уже больше 70 лет занимаюсь международной политикой. Кстати, наблюдаю вот эти очень сложные отношения между Великобританией и Соединенными Штатами. В кругу так называемых англосаксов, как любит теперь говорить российская пропаганда, которая нашла еще одно, как ей кажется, ругательство — англосаксы. Так вот, отношения между англосаксами, что старый британский лев всегда готов показать, что он посерьезнее бывшей своей заокеанской колонии. Еще раз повторяю, они очень рады будут предоставить сейчас эти ракеты. Надо немедленно пользоваться этим моментом.
Да, но будем надеяться ждать и следить за этой ситуацией, тем более, что как раз наша разведка сообщает, что уже завтра Россия готовится нанести новую массированную атаку ракетную по Украине, поэтому вот, действительно было бы очень кстати предоставление дальнобойных ракет. Я ще попрошу наших глядачів поставити зараз лайк цій трансляції, підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили, і бути активними в коментарях, пишіть свої, власне, запитання Андрію Пінтковському, діліться своїми враженнями про нашу розмову. Це допоможе, власне, максимально поширити наше відео в Ютубе. Ну, а в продолжение нашего разговора, вот как раз вы уже затронули реакцию Кремля, и вот мы действительно видим, что символизм этой поездки еще и в том заключается, что прямо из Бахмута Зеленский, по сути, отправился в Вашингтон, и таким образом, ну, он как бы указывает на то, что вот Путин точно делать не может, ни в Бахмут, ни в Вашингтон. Как вы считаете в целом, и как оцениваете вот такую немножко истеричную реакцию? Кстати, Путин сегодня уже ответил на передачу нам Патриотов, говорит, что это какое-то старое, мол, оборудование. Вот, и... да, вот это очень, очень важный момент. Ведь они же грозили, слушайте, как развивалась эта история. Мы же услышали, что Патриот точно передается, ну, примерно неделю назад. И первая реакция Москвы была непредсказуемые последствия. Это красная черта, это недопустимо. Мы ответим так, мы ответим сяк и так далее. А чем закончилось сегодня? Да это так, ерунда какая-то, наша С-300. Вот так же проходило и с этими джавелинами. Я же помню еще в 16-м году есть такой российский политолог Дмитрий Тренин. Его очень любят американцы. Личный друг, кстати, нынешнего директора ЦРУ Бернса. Они подружились, когда Тренин был долгое время руководителем отделения Карнеги в Москве, а Бернс послом. А Тренин вообще военный разведчик, полковник ГРУ, обоявший американцев беспредельно. И вот я помню его в 16-м году носившегося по американским сентенкам и умолявшего: нет, ни в коем случае не предоставляйте джавелин. Я знаю этих русских. Для русских это будет невыносимо. Русские обязательно применят ядерное оружие. Ну, потом тот же текст он повторял. Так вот, на наших глазах с патриотами, с Patriots, они кричали на самом высоком уровне. Непредсказуемые последствия. И чем кончилось? Да это ерунда, это хрень какая-то. Это мы... Щелкать их будем, говорит Путин. Щелкать их будем, да. Ну пусть он то же самое сказал, прекратить эту чушь нести. Давай мы эскалация, мы боимся, что такое. Немедленно надо предоставлять это ракеты. И уверяю вас, Путин скажет, что это никудышные совершенно ракетки-хлопушки. И мы их не страшимся. И наше замечательное ПВО их остановит. Да, еще сегодня Путин сказал о том, что, видите ли, у него удачный год был. Это после того, как раз, как по сути во всем мире признали Путина лузером года. Но вот давайте еще поговорим о Макроне, потому что удивило сегодня его заявление. Он заявил о том, он поставил под сомнение участие Украины в НАТО, говорит, что это выглядит как не наиболее вероятный вариант. А кроме этого, он подтверждает, что да, действительно, Украине нужны гарантии безопасности, но говорит, как и России. Это же кто и какие гарантии безопасности опасности должен давать России сейчас, ну, по логике Макрона? Ну, кроме Макрона, никто такие глупости не говорит. Но это вечная роль французских президентов после Второй мировой войны. Они всегда пытались изображать из себя неких посредников между Западом и Кремлем, начиная с Деголя, эта линия. И, ну, это товарищ Сталин прекрасно завербовал их на несколько поколений вперед, назначив их победителями в Второй мировой войне. Черчилль и Деголь и Рузвельт категорически возражали против этого. Ну и вот после этого Деголь, Ширак, Саркози, все они платят эту сцену. Помните, вот эту роль они выполняют. Это роль французского президента, это прислужник при Кремле, оформляющий его захваты. Помните, после войны в Грузии Саркози примчался в Москву и Тбилиси таким чемберленчиком с бумажкой «Я привез вам мир», в результате которого были как бы зафиксированы территориальные захваты. То же самое следующий французский президент Таван и бывшая комсомолка Меркель делали в Киеве в 2014-2015 году. Сейчас то же самое пытается Макрон. Ну, как можно, когда человек
Вот и подпись Макрона стоит под всеми вот последними заявлениями большой семерки, которая превратилась в большой восьмерки, когда перед ними выступал. Это было 12 октября и 12 декабря. Там вот и... а первым пунктом этого заявления написано: «Путин – военный преступник». Подпись Макрона стоит под этим. Так он сейчас призывает нас: давайте позаботимся о гарантиях безопасности военного преступника. Я думаю, что на Макрона давно надо перестать обращать внимание. Такова роль француза. Ну, есть же с него что-то, он какие-то цезари там присылает. Ну, есть такая хорошая русская пословица, наверное, есть аналог в украинском: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Вот с паршивым Макрона хоть несколько цезарей и забыть о всех его политических инициативах. Но он же еще говорит о том, что сейчас страны НАТО, страны Европы как раз должны усилить свою позицию в НАТО и не рассчитывать на как раз помощь Соединенных Штатов и стать более независимыми даже от Соединенных Штатов. Вот то, о чем я говорю, вот этим французский президент занимается 70 лет, подрывать позицию Соединенных Штатов и заигрывать с Москвой в лучшем своем репертуаре. Так французских президентов запрограммировали 80 лет назад, и пора перестать обращать на это внимание. Что ж, давайте далее поговорим об угрозах, которые мы услышали от Ирана в адрес Зеленского. Там возмутились, что президент Зеленский во время выступления в Конгрессе очень прямолинейно назвал Иран соагрессором в этой войне, который предоставляет беспилотники России. И вот там говорят, что, собственно говоря, Зеленскому, что у Ирана может уже закончиться терпение. Но это тоже из таких нарративов Москвы. Мы помним, они тоже часто говорят о том, что у них уже вот-вот и может закончиться терпение. Но кроме этого, они сказали... Путин кричал: мы терпели, да. Да, еще он сказал, что братский народ. Я по-прежнему считаю украинцев братским народом. Хорошо, извините, я просто... Но я как раз по поводу Ирана. Как вы считаете, что стоит за такими угрозами, есть ли там какой-то потенциал? Иран... Вы знаете, я еще не смотрел сегодня израильское телевидение. Сегодня, кажется, должен быть Нетаньяху заявить президенту Израиля, что он уже сформировал кабинет. Через неделю Нетаньяху вернется в свой кабинет премьер-министра и займется исторической задачей, которая была целью его всей политической жизни последние десятилетия, навсегда освободить Израиль от ядерной иранской угрозы. И у него есть сейчас два неожиданных, очень серьезных союзника. Это Турция и Азербайджан. Тот удар, который... Да, и арабские страны, кстати. У Ирана ситуация, как в знаменитом романе Агаты Кристи «Восточный экспресс». Помните, в поезде был негодяй какой-то, ехал с 12 совершенно различными незнакомыми себе пассажирами, но у каждого был мотив его убить. Вот то же самое сейчас и с иранцем. Слишком много сейчас стран очень серьезных, которые хотят решить эту проблему. И не вовремя Путин подружился с последним своим по времени соратником. Военная операция будет вовлечены и Саудовская Аравия, и Азербайджан. Самолеты Ирана, самолеты Израиля полетят через Саудовскую Аравию, выполнив свою миссию по уничтожению ядерного комплекса Ирана, они приземлятся в Азербайджане. А у Азербайджана и Турции очень большой интерес в этом вопросе. Эрдоган продолжит свою знаменитую линию, которую он открыл в 2020 году в Карабахской войне. Один народ, две страны. Эрдоган считает, но самое главное, что не Эрдоган считает, а Азербайджан считает, что вот то, что украинцы и русские один народ, считает только один человек – Путин. А вот то, что азербайджанцы и турки один народ, это считает, ну, практически все азербайджанцы. Но кроме бывших советских азербайджанцев, есть еще до 30 миллионов иранских азербайджанцев. Так вот, на
пороге своей очень сложной предвыборной кампании, у него очень сильные конкуренты, Эрдоган приступает к операции «Один народ, три страны». Его задача — освободить иранский Азербайджан, вырвать его из Иранской империи и объединить таким же образом, как они объединили уже в военном, политическом, культурном отношении. И это еще не все проблемы иранских мул. Мы же знаем, что сотрясают Иран народные волнения. Ну, во-первых, волнение женщин по всей стране, возмущенных этой идиотской политикой престарелых дегенератов. И волнение национальных провинциях, в том же Азербайджане, Курдистане и так далее. Иранским мулам осталось... А иранские мулы, пожалуй, даже уйдут с политической арены раньше, чем президент Путин. То есть в самом ближайшем будущем. И, кстати, на это намекал Зеленский. Вы же обратили внимание, в каком контексте он упомянул Иран. Он сказал американцам, что сегодня эта парочка, Иран и Россия, угрожает нам, а завтра она будет угрожать вам и вашим ближайшим союзникам. Угу. Конечно, он имел в виду Израиль. Только Израиль уже лишь знает, как он справится с этой угрозой. Тут еще появилась информация от Соединенных Штатов, об этом, по крайней мере, пишут СМИ, что КНДР передала вооружение ЧВК «Вагнер». Как вы считаете, что за этим стоит, и действительно ли мы уже увидим в ближайшее время КНДРское, севернокорейское оружие на украинских фронтах? Ну, я не совсем понимаю формулу КНДР, передала оружие ЧВК «Вагнер». Я понимаю огромные амбиции и претензии господина Пригожина, но пока еще ЧВК «Вагнер» не управляет российским государством. Да, они, видимо, передали оружие. Согласились передать Российской Федерации. Более того, одним из предметов по источникам достаточно серьезным. Одним из предметов переговоров, у меня язык не поворачивается назвать, как можно назвать переговорами встречу товарища Си вот с этим каким-то 138-м шутом в кремлевской иерархии по фамилии Медведев. Но там вот, но он передал какое-то так называемое секретное письмо Путина, которое нельзя было ни по телефону, там, по телеграфу, ни по обычной дипломатической почте. И одним из пунктов там было просьба Китая перебросить какие-то оружие, надеюсь, не миллион корейских добровольцев. Но в своем безумии Путин может дойти и до этого. Но такие разговоры идут. Тем более надо быстрее кончать вопрос на поле боя. Вот, возвращаясь к вчерашнему дню, вы, наверное, тоже заметили, мне вот какой нарратив новый не понравился в американской медиа, да он звучал вчера. Мы, вот, казалось бы, так приятно слышать, мы с вами будем до конца, что бы ни случилось. Да, но он же предполагает какую-то длительную войну. Для какого, собственно, конца? Зачем нам нужно быть очень... Сколько бы... Мы с вами будем, сколько бы ни потребовалось. Да сколько бы ни потребовалось, сказал генерал Залужный. Вот этот пакетик, который... Вы мне очень много... У меня заметно поднялось настроение после вашей цитирования сегодняшнего заявления. Я подозревал, что в этом пакете есть что-то из востребованного за ужином. Но вот Зеленский, значит, в Польше поделился с нами этой информацией. Передавайте пакет за ужином, передавайте это, и вопрос будет решен в несколько недель. Но, тем не менее, возвращаюсь к передаче КНДР оружия вагнеровцам. Ну, это ж, наверное, не могло произойти без молчаливого согласия Китая. Ну, вот мы об этом... Вот для этого и ездил этот дурачок. Ну, во-первых, у русских-то нет даже никаких возможностей транспорта это все перетащить. Но дело не только в экономическом потенциале Китая, технологическом, а в том, что Китай, ну, в общем, контролирует практически всю ситуацию в Корее. Это единственная такая дорога жизни, связь с
пусть позволяющие поддерживать, ну, по крайней мере, комфортную жизнь Кима и его семьи, поэтому без согласия Китая на это бы не пошел Ким Чен. Я не помню, на моей жизни уже было столько этих Кимов, я не помню, как точно называется последний из них. Да, вот смотрите, по поводу еще как раз вот такого сотрудничества Китая и России, сегодня же начались военные учения. Вот как вы считаете, насколько это сближает Москву и Пекин? Ну, сближает это только, я не знаю, Китай, Россия хочет показать, что она чем-то нужна Китаю. Ну вот, был такой флагман могучего Черноморского флота «Москва». Ну где это Москва? Вы думаете, что Тихоокеанский российский флот... Ну это такой Тихоокеанский флот великой второй в мире морской державы России. Это такой же фейк, как и Черноморский. Ну, не нужен Китаю такой военный союзник там, но с точки зрения такого политического пиара, попугать американцев еще раз, ну, могут они вместе с китайцами там покататься. Понимаете, ведь Москва встает на цыпочки, пыжится и хочет изобразить какое-то равноправное сотрудничество в военной, в экономической области с Китаем. Ну там не о чем говорить. Это союз кролика и удава. И этот, да, кстати, раз уж вы заговорили о поездке Медведева, основное это содержание было не вооружение корейцев, а Путин просил в этом письме максимальную помощь. И что-то китайцы для этого делают. Ну, какие-то второсортные китайские такой, китайского поделки в высоких технологиях, чипы, интегральные схемы. Ну, какое-то оружие, может быть, тоже быть. Ну, а что главное, он обещал. А мы, говорит, готовы пойти на расширение, на создание, это у них называется, давно существуют такие зоны ускоренного развития на огромном пространстве между Владивостоком и озером Байкал. Ну, громадные зоны экономические полностью передаются под контроль Китая. Ну, просто китайские инвестиции, китайские технологии, китайские рабочие, китайское законодательство, даже китайские трудовые лагеря. Но товарищ Си ему ответил, что да, но у нас уже все это самое есть, и без вашего такого дополнительного согласия. Экономика вот этого громадного региона, она просто не может существовать без Китая. Вот в начале пандемии был такой эпизод, показавший всю эту, обнаживший всю эту структуру. Ну, когда разразилась эпидемия, она в Китае начиналась, а Москва еще храбрилась, что мы великая страна, у нас и эпидемии-то никакой быть не может. И они погорячились и закрыли полностью границу сухопутную и любую другую с Китаем. Так вот, через два дня прибежали все эти хабаровские, владивостокские губернаторы в Кремль, бросились, что у них уже нету ничего, ни воды, ни электричества, ни хлеба. Но вся экономика элементарная всего этого громадного региона существует только как придаток или как потребитель экономической машины Китая. Так что товарищ Си улыбнулся и сказал, что ну что-то мы подкинем, но нарушать вторичные санкции со стороны американцев он нарываться не будет категорически. Еще, кстати, ну, это китайская сторона сообщила о том, что Си Цзиньпинь вроде как бы заявил Медведеву, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Как вы считаете, стоит ли нам тревожиться из-за таких заявлений? Да нет, это абсолютно пустое заявление. Китай, вы обратите внимание, Украина оказывает гораздо большее влияние на политику Китая, чем Россия. Я вам объясню, почему. Потому что Китай, так же, как Соединенные Штаты, ожидали вот этого успеха так называемой специальной военной операции в течение 5 дней. И уверяю вас, что после, если бы так произошло, если бы не сопротивление героического украинского народа, победившего вторую так называемую в мире армию, то сегодня,
через полгода, уже бы Тайвань был поглощен Китаем. Более того, я уверен просто, что тайванцы сами принесли бы в Пекин ключи от своего острова. То есть после такого унижения Соединенных Штатов как мировой державы, в общем, их влияние на Дальнем Востоке закончилось. Вот Украина, я зашел на эту тему разговора, я повторю ту мысль, которая мне представляется очень важной. Украина еще до конца не закончила борьбу за собственную независимость, но она уже освободила народы постсоветского пространства. Мы же заметили, что как по-иному стали с Москвой разговаривать и Казахстан, и Азербайджан, и даже такие, казалось бы, уж совсем вассалы, как Рахмонов или там Бердымухамедов. Кстати, одно из самых глубоких унижений, которое за последние месяцы пережил Путин, это когда после встречи в Самарканде, там был ШОС, когда ему публично отсчитали, как мальчишку Исии Моди за его поведение и шантаж ядерным оружием, он поехал в соседний город, в Астану, на саммит ЦЭВА. Есть такая организация, если вы о ней не забыли. Уж думал, там-то разгуляется. А там ему публично на экраны телевидения на глазах всего мира выволочку сделали Рахмонов. Вы что, Владимир Владимирович, что вы с нами разговариваете, как с бывшими союзными республиками? Мы давно уже не бывшие союзные республики. Это тоже результат героических успехов украинских вооруженных сил. И то же самое в Китае. Так что Россия путинская, она же абсолютно не фактор международных отношений. Попрошу поки наших глядачів знову підтримати нашу розмову на Ютубі. Якщо ви поставите лайк цій трансляції, підпишетесь на наш канал і будете активними в коментарях, то це допоможе нам зробити так, аби цю розмову побачили і почули набагато більша кількість наших глядачів. Уже так к концу нашого розговору хочу ще вернутися опять-таки к ЧВК «Вагнер». Ми вже пам'ятаємо дискусію о том, що Соєднані Штати збирались признавати їх терористичною організацією. Як ви вважаєте, чому до сих пор цього не відбувалося? Ну, объясняли же вчера американцы это. Многие выступали на это. Я не помню, задавали ли этот вопрос. Нет, на пресс-конференции. Вы знаете эту историю. Они решили назвать не террористическим государством, а агрессором. Но это связано с юридическими обстоятельствами. Американский закон о терроризме, он очень жесткий. Он требует уже после... Вот, Конгресс же... Вот, какая процедура? Конгресс чуть ли не единогласно еще полгода назад потребовал от Байдена, от Госдепа. По американской процедуре Госдеп объявляет вот это... государство, спонсор терроризма. После этого уже американцы обязаны накладывать суровые санкции на любые страны, которые ведут какие-либо экономические отношения с этим терроризмом. А это сегодня не только Индия и Китай, это сегодня практически все европейские страны, начиная с той же нашей великой Франции. Не будьте она к вечеру помянута, о которой мы уже говорили. Я не оправдываю вам, я объясняю логику американцев. Вот они решили сейчас не идти на такую обязанность. Да, и кроме того, любой гражданин Соединенных Штатов может в американском суде поставить вопрос о причиненном ему ущербе там, и громадных исках со стороны террориста. Мы знаем, несколько американцев погибло, добровольцев, которые сражались на стороне Украины, они бы представили там миллиардные иски, которым, в общем-то, за отсутствием террористов какую-то ответственность несло бы американское правительство, не обеспечивая безопасность своих граждан. Вот такими вот соображениями руководство. В конце концов, как они их назовут, как бы они как ни называй, все равно эти люди окажутся на скамье подсудимых, это важно, но окажутся они только после того, как генерал Залужный и верховный главнокомандующий Зеленский получат то оружие, которые они справедливо требуют у своих союзников. И понимаете, я все-таки хочу, чтобы не создавалось впечатление о таком
отрицательное о Западе. Я хочу сказать, что они очень продвинулись в понимании того, что сейчас происходит. Очень продвинулись. Я вот закончу своей любимой цитатой из того же Столтенберга. Наверное, вы уже даже ее выучили наизусть. Настолько я часто ее повторяю на украинском телевидении. Он сказал на встрече министров иностранных дел НАТО, когда поднялся тот же вопрос. Говорит, Столтенберг, вам не кажется, что мы слишком много тратим денег там и поддерживаю Украину, платим за это высокими ценами на энергоносители, инфляцию нашу. Он говорит, да, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если украинцы не устоят, и Путин преуспеет, мы будем платить эту цену, мы будем платить кровью, поэтому мы должны оказать самую максимальную поддержку. Вот это сознание, оно проникло, это понимают на Западе. Надо нам им объяснить с помощью наших британских друзей, как эту замечательную мысль еще превратить в необходимый набор вооружений. Не для того, чтобы стоять с нами там до самого конца, если понадобится тысячи лет, а для того, чтобы прекратить эти, по выражению Пескова, страдания украинского народа и доставить на скамью подсудимых негодяев в самые кратчайшие сроки. Андрей Андреевич, вот вы говорили о признании все-таки России там страной то ли агрессором, то ли спонсором терроризма, уже как там в итоге решат. А я еще спрашивала именно про ЧВК «Вагнер», потому что тоже были разговоры, что вот как раз вагнеровцев можно-то признать террористической организацией. Но почему-то этого не произошло. У вас есть домыслы на этот счет? Ну, я думаю, они тут как-то не разделяют, вот, раз уж не Россию не террористом-агрессором, да. Ну, а Вагнер трудно признать агрессором, а Вагнер не государство, опять же, мы об этом террористическая говорили. Террористическая организация, Вы знаете, меня особенно это не волнует. Меня волнует вот вопрос передачи оружия. Мы-то с вами знаем, что Пригожин негодяй, уголовник и военный преступник, и будет казнен. Вот это очень хорошо. Вот, интересно, он понимает про свою участь то же самое, что другой военный преступник Гиркин. Мне очень понравилось недавнее выступление Гиркина, которое он рассказывал. Сначала меня повезут в Гаагу, там меня приговорят к пожизненному заключению, потом меня передадут украинским властям, меня публично повесят на Крещатике. Вот давайте на этой высокой ноте и закончим нашу беседу, пожелав этой участи всем российским военным преступникам. Да, мы бы закончили, но имеем еще хорошие новости с Вашингтона. Да, Конгресс США поддержал конфискацию активов РФ в пользу Украины. И вот таким образом как раз вот замороженные активы уже могут быть переданы Украине. Вот расскажите, какие это возможности открывает? Ну, это третий пункт так называемого плана Зеленского мира, а я называю это не планом Зеленского, а ультиматумом «Большой восьмерки». Вот она реализовывается даже быстрее, чем мы надеялись. Третий пункт – это восстановление экономики Украины, в том числе, там сказано, за счет репараций, наложенных на Россию. В том числе это означает, что кроме репараций, огромных, конечно, будет и Запад оказывать помощь со своей стороны, стране, которая защитила его, весь Запад от российской агрессии, как это прекрасно понимает Сторм. Это означает, на сегодняшний день, вы знаете, это около триллиона. Если посчитать Европейский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания, это около триллиона. Значительно, большая часть – это активы Центробанка России, еще какие-то государственных банков, и есть деньги, конфискованные у конкретных олигархов. Это очень большой прогресс. Вот здесь они побыстрее как-то решили двигаться по третьему пункту, чем по первому и второму. И это деньги, то есть репарации. Я поздравляю, Украина уже получает репарации. Как говорил один из бывших советских руководителей, процесс пошел. Да, поэтому на такой ноте будем и заканчивать. Спасибо большое, что были сегодня вместе с нами. Спасибо за ваше время. Нагадаю нашим глядачам, Андрій Піантковський, політолог з Вашингтону, долучався сьогодні до нашого стріму. На сам кінець традиційно попрошу вас поставити лайк цій трансляції, підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили, на канал Андрія Піантковського, який також в описі до цього відео. Ну і діліться своїми враженнями про нашу розмову в коментарях. Буду з нетерпінням чекати вас там. Ще раз спасибі за увагу. На все добре.
Спасибо вам, Андриана. До встречи. Всего хорошего. Спасибо.